Работодатели Ненецкого округа могут вернуть 20% сумм страховых взносов. Речь идет о возврате части тех денежных средств, которые организация перечисляет в фонд социального страхования. Напомню, сегодня работодатель перечисляет в фонд социального страхования 2,9% от фонда заработной платы сотрудника. Как вернуть часть сумм страховых взносов и на что потратить? Об этом говорили участники заседания трехсторонней комиссии по регулированию социально-трудовых отношений в Ненецком округе. Вернуть 20% страховых взносов, уплаченных в фонд социального страхования за своих сотрудников, может каждый работодатель региона. В 2016 году на эти цели выделено 3 612 тысяч рублей. За возвратом части финансирования в фонд социального страхования обратились 19 организаций Ненецкого округа. Как получить можно обеспечение? То есть заявление подается с начала года текущего и до 1 августа. Подается заявление вместе с планом и соответствующими документами, которые есть в правилах 580Н номер. Вот. Потом рассматриваем, если нет никакой задолженности у страхователя по страховым взносам, соответственно, выделяется максимально то, что мы можем дать. Стоит отметить, что вернуть 20% сумм страховых взносов можно только на те мероприятия, которые обозначены законом, в их числе проведение периодических медицинских осмотров работников, проведение специальной оценки условий труда, покупка средств индивидуальной защиты, санаторно-курортное лечение и прочее. Что мы пытаемся уже на протяжении нескольких лет активизировать эту деятельность, чтобы больше было желающих обращаться. Да, там существует одна проблема, это вот, как сказали, повторюсь, от докладчика бумажного волокита, там надо бумаги соответствующие представить, да. Ну, иногда нужно выполнить, а чего? Там, в принципе, лишнего-то ничего нет. Заявление, куда хотите направить, сколько планируете потратить. Ну, внести в текущий же год, то есть сколько в текущем году планируете взносов уплатить. Ну, я думаю, это первый раз пройти, тем более, если фонд социального страхования предлагает свою помощь, в принципе, как бы нужно воспользоваться. За возвратом части страховых взносов в 2016 году в фонд социального страхования обратился социально-гуманитарный колледж Ненецкая библиотека имени Пичкова. Ежегодно такой возможностью пользуется Инринмарский объединенный авиаотряд. По словам руководителя службы охраны труда и окружающей среды, в текущем году предприятие вернуло часть страховых взносов на сумму более 1 миллиона 300 тысяч рублей на проведение медицинских осмотров работников. Получить более подробную информацию работодатели Ненецкого округа могут, позвонив в региональное отделение фонда социального страхования по Ненецкому округу по телефону 405-74. Ирина Цепетова, Антон Водряков, телеканал «Север».